Здравствуйте! Аритмия или нарушение сердечного ритма – это состояние, при котором сердце бьется нерегулярно, неправильно или не так, как обычно. Фибрилляция предсердий или мерцательная аритмия – одно из самых распространенных нарушений ритма. При этом заболевании предсердия сокращаются очень быстро и часто, и не все импульсы от предсердий передаются желудочкам сердца. В результате происходит нарушение тока крови. Причиной к развитию мерцательной аритмии может быть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая ревматическая болезнь сердца, пороки сердца, заболевания щитовидной железы, воспалительные заболевания сердца и другие. Иногда же фибрилляция предсердий может возникать у молодых людей на фоне полного здоровья. Клиническими проявлениями мерцательной аритмии является ощущение нерегулярного, учащенного сердцебиения, ощущение перебоев, нехватки воздуха. Иногда мерцательная аритмия протекает бессимптомно. В дальнейшем развивается сердечная недостаточность, но самым грозным осложнением мерцательной аритмии является развитие ишемического инсульта. Если у вас появились приступы сердцебиения, аритмии, перебои в работе сердца, необходимо обратиться к врачу, сделать кардиограмму, Холтер, ЭКГ для установления правильного диагноза. Если установлен диагноз фибрилляция предсердий, необходимо регулярное наблюдение у врача, постоянное лечение, направленное на улучшение самочувствия пациента.